Вскрытие вот такого вот бачка. Начинаем вскрытие вот такого вот бачка. Что там внутри, неизвестно. Видим только ком-разъем и этикеточку. Все, больше ничего. С этой стороны не знаю, что это такое. Сейчас увидим. Опа, как интересно. Смотрите, снял заднюю крышечку. И здесь какая-то ерунда. Снимаем переднюю половинку. Хм, интересно. А это, оказывается, что это такое? Нет, это... А, съемная вот какая-то выемочка вот такая. А здесь вот что, клемма это соединительная, и вот микросхема. Пардон, произошла маленькая авария. Вот плата. Здесь клемник обычный для подключения проводов. Здесь ком-разъем. Вот можете посмотреть, какие ножки распаяны. Вот что написано на плате. Микросхемы читаемы и видны. Пожалуйста. Вот крупнее. Вот и все. Так, еще вашему вниманию представлю вот такие вот бачки. Вот их 4 штучки. Как бы их вот так вот помещу. Вот, они все одинаковые, похоже. Вот надписи на них. Надписи около ножек. Вот здесь вот тоже надписи есть. Номера. Вот номер. С другой стороны ничего нет. И похоже, внутри залито эпоксидкой. Да, что-то видите. Царапающаяся, крошащаяся. Дата продукт 8. Порт номер 275585-001. Input output job PRGM. И около ножек вот здесь вот повторяется вот эта надпись 275585-001. Так что смотрите, опознавайте. Больше никаких надписей на них нет. Спасибо за внимание.